Наш православный Азов почти, можно сказать, начинается. Мы уже собрались почти полным составом около храма. Сейчас покажу этих ребят. И со временем буду показывать, рассказывать, что такое православный Азов. Что, приехали мы, как вы видите, а девчонки там сейчас уже доразгружаются, туалеты уже поставили. Вот примовшее Астарское благочиние приехало, ребята. Сейчас мы тоже будем размещаться. В общем, вон там вдалеке уже море. Вот начинается наш первый день. Ну что, вот так мы разложились. Вот наши две палатки и одна большая палатка. Ребята уже заложились. Это сынок, вон там Валя. В общем, вот так у нас получается 12 человек с нашего района. Погода замечательная. Ехали, как вы видели, ливень был, а сейчас уже все хорошо. Это вот соседние благочиние, вот мы. И дальше другие подъезжают. Вот это все будет в палатках. Здесь спортплощадка, видите, тут натянуто будет. Ну что, наши ребята не дождались открытия и уже пошли на море купаться. Вот на берегу Азовского моря, станица Должанская, будет проходить в том числе наше мероприятие. На православный Азов приглашаются также очень